Привет всем! В этом году, в мае месяце, выписывали саженцы от Садов России. Три сорта садовой земляники. Вот это вот у нас Альба, Кимберли и Азия. Сначала высаживали ее в небольшие стаканчики, чтобы она укоренилась хоть немножко, потому что на улице у нас стояла жара. Ну, вот она в помещении немножко отросли у нее листочки, а затем мы ее высадили на грядку. Вот так вот она у нас отросла уже. Некоторая зацвела. Ну, совсем небольшие, конечно, ягодки. И она активно дает усы. То есть и Альба, и Азия, и Кимберли. Все вот они такие довольно усатые. Будем размножать. Потому как все-таки вот эта земляника садовая довольно дорогая. В упаковке идет 5 кустиков. И стоят они больше 300 рублей. Поэтому размножим. Затем укореним эти усы в стаканчики. И пересадим на новое место. Ну а так в целом довольно такие хорошие выросли саженцы. Потому что поначалу, когда они пришли, были совсем такие голые корни. Первый раз выписывали, но результат оказался очень даже положительным. В интернете писали, что она вообще в первый год не должна цвести. Но вот видно из-за того, что это все-таки прошлогодние укорененные, наверное, усы, поэтому она вот все равно зацвела. Ну, вот так сейчас растет и размножается. Ну а так будем ждать следующего года и посмотрим, какой будет урожай. Так вот, эти именно сорта очень даже хвалят. Крупные ягоды, урожайные они. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока!